चक्षोरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा करावचित पल्लभ वल्लरी के राधा पदांत विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ तुले बोलो सबाई, हरे जोर करी बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण, कोई कथा से नहीं उठना, कथा को बीच में उठना पाप लगता है, सब चुपचाप बैठ जाओ। कथा को बीच से उठने पर अपराध लगता है, सब चुपचाप बैठो। हरे कृष्ण हमारा Пожалуйста, сидите. Если вы стоете, когда рассказывает Харикат, это будет оскорблением. Под руководством Шри Гуру Вайшнав мы совершаем Гавардхана Парикраму, и мы пришли в место, которое называется Удава Кунда. Сиддханти Махарадж рассказал прекрасную историю о Удава Кунде. Может возникнуть вопрос, почему это место называется Удава Кунда и в чем ее уникальность. Когда Удава отправился на Галока Вриндавану, Кришна передал ему трансцендентное знание. В одном облике я не схожу в этот мир. И Удава спросил Кришну, когда отправлюсь во врат, что я буду делать там? В одном облике я нахожусь здесь, в другом облике я нахожусь вечного враджа. Итак, в каком же ты облике будешь находиться здесь? Спросил Удаваджи. И это описывается в Шримад Бхагаватам. Махарадж цитирует. Я буду здесь, как Шабда Брахман, Шримад Бхагаватам Рупа, трансцендентная вибрация. Тот, кто слушает Шримад Бхагаватам Катхуп, может обрести мой даршан напрямую. Поэтому, как Бхагаватам, я буду вечно присутствовать в этом мире. Итак, там Бадрика Ашрами Ади Бадринатхи мы получили там облик Удавы, его проявление. И здесь Удава проявляется как травинка в этом месте. И какова же причина, что Удава находится здесь в облике травинки? Махарадж рассказал, как Удава отправился во врач. И Махарадж рассказал много причин о том, как Кришна послал Удаву во врач. Потому что Кришна обладал глубокой болью в своем сердце. Если вы не открываете свое сердце кому-либо, то что будет? Не будет облегчения в сердце. Поэтому сердце открывал свое сердце Удаве. У него было так много боли, и ему не с кем было делиться. А в Мадхуре не было никого, с кем он мог открыть свое сердце и поделиться своей болью разлуки. И Кришна сказал, я не вижу никого, с кем я могу поделиться здесь. Если я буду рассказывать в Раджабасе Катху, никто не поймет меня, как я ворую масло в их домах. Какой любовью они обладают? Так Кришна подумал. Если есть такая личность,
Поскольку во Врадже живут мои Враджаваси, и они очень хорошо знают настроение моего сердца. И Враджаваси могли делиться своей болью разлуки друг с другом, Радхарани со своими Саки, так все остальные. Поэтому их боль снизалась. Но больше Кришны была намного выше, и поэтому он поделился своим настроением с Удаваджи и послал Удаву во Врадж. Шримати Радхарани, профессор университета школы плача и любви. Гопи все обладают этим положением профессора высочайшей любви к Шри Кришне. Когда мы поступаем в колледж или университет, чтобы что-то получать так же, Кришна отправил Удаваджу в университет возвышенной любви в Раджа-гопи, чтобы там он смог познать возвышенное чувство любви, выслушать катху. Итак, это личность Удава, который мог отправиться во Врадж. И Удава выглядит в точности как Шри Кришна. Он обладает таким же цветом тела. Удхава, его имя, что оно означает? Тот, кто обладает чистым сознанием, которое не покрыто тамагуной, невежеством, он ученик брихаспати. И его гуру наградил его высшим разумом. Если вы зададите вопрос, он с легкостью прояснит его. Этому учился Удава в Бригаспати. И Кришна сказал: «Удава, ты очень близок и дорог мне, ты отражение моей души». Брахма, мой сын, он проявился из моего ума, но он не так дорог и близок ко мне. Даже Шиваджи не так дорог и близок ко мне, как ты, о Удава. Даже Лакшми не так близка и дорога мне. Даже мой проявленный облик Баладева Прабху не так близок мне, как ты. Даже моя душа не так близка и дорога мне, как ты сам дорог и близок мне. Поэтому Кришна думал, я отправлю Удаву во Врадж, чтобы там он обучился гопи преме и выслушал всю катху. И я могу поделиться с тобой своим сердцем, тогда ты сможешь понять его. Это причина, почему Кришна послал Удаваджу во Врадж. Удава думал, я очень легко смогу успокоить Враджа-гопи. А Кришна думал, о, Удава имеет гордыню, но он сможет преодолеть ее. Кришна сказал, ты постарайся. И он думал, Кришна думал, Удава отправляется с гордыней. Это не так уж легкая задача мне передать послание Враджа-гопи. Поскольку те, кто обладает, настроение проститутки, я очень легко могу изменить их сердце, изменить их ум, но мои враджа-гопи, они за пределами всех границ.
Как Шрила Вишванатх Чакравартия Такур говорит, если кто-то попытается разбежаться и прыгнуть в воды, то с высокой высоты он просто разобьется. Поэтому любовь Раджа Гопи очень высока и возвышена. И Шрила Гурудев приводил пример. Подобно тому, как мы видим высочайшую гору, если мы поднимем свою голову на вершину горы, тогда ваша шляпа спадет с вашей головы. И Кришна знал об этом, что Удава отправляется с настроением гордыни. И Кришна сказал, ты постарайся передать мое послание, чтобы они поняли меня. Итак, Кришна сказал, о, Удава, садись и выслушай меня, чтобы понять мое сердце. И так в Раджа-гопи также сказали, когда Кришна проявила, проявлял им свои лилы, убийство демонов Дани Кунджа лилы, он даровал им высшее счастье и удовлетворение. Шрила Гурудев говорил, Удава отправился с гордыней, но он увидел в Раджа прему, гопи прему, но он не остался там, почему он вернулся назад? Только потому, что Шрила Рупа Госвами Пад описывает это. Настроение разлуки в Раджа Гопи. Настолько высоко, что Удава сказал, я не могу стерпеть это сжигающее настроение разлуки. Итак, Кришна думал, я пошлю Удаву во Врадж. Причина в том, что дорог и близок мне. Вторая причина, кто обладает возвышенной премой, это Радхарани и Враджа-гопи. Самая возвышенная према, которая не обладает. Если премьер-министр говорит какую-либо катху, что происходит? Тогда высокопоставленный чиновник принимает внимание людей. Подобным образом Кришна послал Удаву, поскольку он обладает этим положением, что люди будут слушать его. Как Махарадж рассказывал, что есть 5 разновидностей преданных: гьяна бхакта, према бхакта, премия бхакти, прематур бхакта. Он самый возвышенный преданный во всем мире. Итак, Удава будет говорить катху о любви в Раджа-гопи. Это будет послание на весь мир и будет обладать ценностью. Все будут прислушиваться к его словам. И по этой причине Кришна послал Удаву во Врадж. И Удава сказал, я не могу оставить тебя. А Кришна сказал, когда ты придешь во Врадж, ты полностью позабудешь обо мне. И так как Удава приходил сюда и находился 6 месяцев здесь, он полностью позабыл о Кришне. И сперва он увидел истинный Врадж, а затем он увидел Врадж настроение разлуки. Как он увидел все лилы, которые являет Кришна там с Враджа-баси, и затем он обрел видение
Вража на средней разлуке. И тот, кто обладает этим истинным настроением, это такой вайшнав, истинный вайшнав, потому что он носит Вриндаван в своем сердце. И там, где проявляется такой вайшнав, это святая Тиртха, потому что он распространяет это трансцендентное послание о Врадже. Там, где он рассказывает эту Харикатху, приходят в это место все святые места. Итак, Удава полностью забыл о Кришне. Он больше не присутствовал в его имени, потому что он слушал Харикатху во Врадже, которую рассказывали в Раджавасе. Он старался успокоить Нанда Бабу. Но когда он увидел прему Радхарани, он не мог понять ее. И так он прославляет Гопи в Шримад Бхагаватам в пяти шлоках. Какова же ценность и возвышенная ценность жизни в этом мире? Это пример являют Враджа Гопи. Тем настроением, которым обладают Гопи по отношению к Шри Кришне, даже Брама Шива молится, чтобы обрести его. Лакшми также молится о том, чтобы обрести это настроение. Удава думает, если я стану травилкой, и Шрила Гурудев говорил, если вы видите травинку здесь, это Удава сам, он принимает облик, образ травинки в этом месте. Стринам пада рену не вишьяса. Он жаждет обрести пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани. И Удава жаждет этого. Он молится об этом. Здесь вы видите Гирирадж Говардхан здесь. До тех пор, пока мы не обретем милость Гирираджа Говардхана, мы не сможем обрести прему к Шри Кришне. Шрила Гурудев говорил, что Гирирадж — это не только Харидас, он Харидаси. Как Удава жаждет Кришна према, как Враджа, как Гирирадж исполняет все эти желания, он может пролить эту Кришна прему, поскольку он Харидаси, он обладает таким же настроением, как Враджа Гопи. Итак, по милости Гирираджа Говардхана, мы не можем обрести это возвышенное положение Кришна премы и Рада Палиадаси. Итак, Удава увидел, как Враджаваси погружены в настроение разлуки, но он видел, как Ямуна очень счастлива. Все были в разлуке, и он спросил Ямуна, почему ты так счастлива? По милости Радхарани, я понимаю, что Кришна никогда не покидает Вриндаван, поэтому я счастлива. Но... Итак, здесь Удава укрывается у подножия Гирирадж Говардхана и становится травинкой. Риши, ему не приходит в это место. Они совершают киртан святых имен Шри Кришны. Итак, Удава проявляет киртан здесь. И тогда все Враджаваси являются его взору здесь. Итак, и Враджаваси сказали, Кришна дал тебе трансцендентное знание.
Кришна сказал одну историю. В одном облике я ухожу из Вриндавана, но в другом своем облике я остаюсь. И в этом мире я прихожу в этот мир и ухожу, но в этом мире я остаюсь в облике Шримад Бхагаватам. Итак, слушая Бхагавата Катху, вы сможете обрести его даршан. Итак, Удава рассказывал один месяц Бхагаватам Катху. Итак, из формы Бхагаватам Шри Кришна проявился перед Враджа Васи и даровал даршан им. Так Кришна проявляется в облике Шримад Бхагаватам. Это место очень возвышенное. И мы пришли к лотосным стопам Удаваджи и молимся его стопам. Так ты стремишься, Браджа Бхакти, пожалуйста, дари нас такой же жадностью, обрести это настроение, чтобы мы смогли обрести эту жадность, лобху, стремление стать служанкой Шримати Радики. Здесь Рупануга Гаурия Мат. Мы отправляемся туда на завтрак сейчас. Не бегите вперед вайшнавов, а следуйте за ними. Они распространят вам завтрак там. Хари Кришна.